Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Motorola E7i Power перейти в режим Fast Boot Mode. В первую очередь выключаем наш телефон, удержав кнопку включения, и затем после его полного отключения зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения плюс кнопка громкости вверх одновременно несколько секунд. И как мы видим, здесь в верхнем углу экрана появляются маленькие буковки и надпись Fast Boot Mode, что и свидетельствует о том, что мы находимся в режиме Fast Boot. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!